Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на необычное решение для того, чтобы в вашем компьютере стационарном был самый настоящий Wi-Fi 6. И все это от компании Tandem. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели данного адаптера — это Tenda E30. Это AX3000 решение, Wireless PCI Express адаптер, ну и конечно Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Все максимально просто. У нас есть вот такой переходник на USB, соответственно его устанавливаем материнскую плату. Ну и сама маленькая вот такая платка с Wi-Fi, Bluetooth внутри. Вроде бы казалось ничего необычного, но вы получаете действительно серьезный апгрейд, переход на следующее поколение Wi-Fi и максимально поднимаете скорости. Плюс мы в конце все это дело затестим наглядно, чтобы было у вас понимание. Есть две вот такие антенны в комплекте. Они у нас могут менять положение, могут перемещаться, таким образом получать более стабильный Wi-Fi сигнал и действительно выглядит крайне здорово. Установка внутри компьютера не занимает вообще нисколько времени, просто установили соответствующий слот, саму карту, а также на материнской плате подключили разъем к USB. Главное, чтобы у вас был свободный, ну либо придется одним пожертвовать на материнке. Ну естественно устанавливаем антенны, да, вот здесь так просто, максимально просто поворачиваем и выбираем необходимый угол. С данным адаптером просмотр фильма в формате 4К, различные VR-истории, трансляции, скачивание контента, все это будет гораздо быстрее. Сами же модуляции 1024QM, плюс полоса пропускания 160 МГц и скорость у нас 5 Гц, это до 2402 Мбит в секунду, и в диапазоне 2,4 ГГц до 574 Мбит в секунду. Все это поддерживается и все это действительно круто работает. В моем случае тарифный план у меня 300 Мбит в секунду, однако на исходящий у меня получается немножко побольше, но как вы видите, фактически за 300 мегабит в секунду я и получаю конечный результат. Поэтому да, эта штука действительно работает и самое главное, может получить значительный апгрейд для вашего ПК. Давайте переходить к итогам. По итогам, да, вы подключаете устройство PCI, вы получаете Wi-Fi 6 во полной мере и параллельно с этим достаточно все круто и быстро работает и подхватывается системой на лету. А это значит, что да, абсолютно рабочая схема. Единственный момент, обратите внимание на размер материнской платы, как я и сказал в самом видео. Но тут уже больше технический вопрос, нежели практический. Сам адаптер работает безупречно. Большие пальцы вверх ставим на канал, подписываемся, внизу есть красная кнопка, нажимайте на колокольчик 2 раза, а также ссылка будет в описании к этому видео. Конечно же, переходи, смотри актуальную цену и приобретай, если тебе понравится. И она же будет продублирована в прикрепленном комментарии. Несколько дополнительных роликов сейчас перед тобой. Переходи, смотри, там тоже много интересных гаджетов от Tenda. Вот тут.